Вот все постоянно идут такие вопросы насчет гравитационной гимнастики. Хороший прогресс, удивительные результаты. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести тренажер, дайте данные, по которым можно с ними связаться. И подскажите стоимость, если можно. Благодарю вас за ваш канал и знания, которыми вы делитесь. Я об этом уже говорил. Понимаете, вот постоянно надо все повторять. Постоянно. Посмотрите, я... Знаете, для того, чтобы вот в это дело вникать и разбираться, по крайней мере, мне вот одному удалось, у меня никого нету рядом, кто бы что-то подсказал, или там сгустил энергию, или еще что-то там сделал такое. Я сам дошел вот до таких результатов. Результаты, знаете, с одной стороны, с позиции гравитационной гимнастики, это... Результаты не такие уж большие, так сказать, более-менее начальный уровень. Но что касается того, что я применяю, энергетику дают они потрясающе. Вот это то главное, чем я доволен. Поэтому смотрите, читайте, заходите на сайты, того же там Самодумова читайте, читайте того же этого самого сайта Кривых Сергея Прокопьевича, который как раз ученик Самодумова и сделал этот тренажер. И обращайтесь к нему. Но все это есть. Все это есть. Смотрите, что там, что там, как там. Цена там на этот тренажер была одна. Сейчас совершенно другая, потому что тут все меняется. Металл этот вырос в цене в разы. Одно дело тогда взять, другое дело сейчас взять. И, опять-таки, и важность вот этих вот занятий самому. Насколько я спрашивал у Сергея Прокопьевича Кривых, он сделал таких где-то 3 тренажера, значит, там в Петербурге где-то, в Москве был или еще. Люди позанимались и бросили. То есть они не видят перспективу. Очень важно видеть перспективу. Вот когда вы увидите перспективу, тогда у вас появятся какие-то совершенно иные подвижки в сознании, и вы начнете работать. А пока, по крайней мере, вот я выложил год своих собственных занятий, чтобы вы примерно знали, понимали, как вот эту вот нагрузочку наращивать, не спеша, должна подготовиться на начальных порах, вы не сможете. Я до сих пор не могу работать вот так вот, больше сознанием поднимать, как там происходило, значит, в зале там у Самодумова или еще, хотя и в зале у него занимался, я, как бы сказать, особо не почувствовал, может, туда дальше что-то было, но тем не менее. Чтобы у вас произошла сначала какая-то подготовка сухожилий, суставов и прочее. Нагрузка очень сильная. И вот это все, знаете, буквально такие вот на весах уже где-то 400 килограмм, 500 килограмм. Это уже чувствуется такая, знаете, проработка вплоть до кости. Вы там хорошенько поработали. Естественно, там техника безопасности какая-то должна быть, чтобы вы не переразгибались там и прочее. Плюс я сам еще доработал тренажер, потому что с большими весами он начал опрокидываться. Мне пришлось его укрепить. Далее пояс и крюки, которые были, они разогнулись. Они были рассчитаны на вес примерно где-то килограмм до 800. Сейчас там стоят крюки. Лишь бы тянул, все выдержат. Поэтому читайте больше. Я вот говорю, я постоянно... Есть книга, кстати, Самодумова. Я постоянно читаю, что-то нахожу. Вот там, вот сям. Ну, связывайтесь с Сергеем Прокопьевичем. И есть сайт. Есть, называется он, изодинамическая гимнастика. Пожалуйста, все есть. Мы как-то... Опять-таки, меньше задавайте вопросов, а больше самостоятельно ищите решений. Лично я вот этим
всем и занимался. С самого начала. С самого начала. Ребенком я уже начал вот подобными вещами заниматься. Учиться тренироваться в тяжелой атлетике, осваивать вот эти технику, потом как эти все эти нагрузки распределять, как там прогрессировать, как избежать травмы, которые были, как их лечить, эти травмы, доходить до этого всего здорового образа жизни. Я все говорю вам, что лучше книг еще не написано, хотя тут вот у меня это, что тут информация подана вот так вот, и сяк вот, и так далее. Я ее, знаете, вот я сейчас повторяю видосы по дням за август. Так вот я сначала сделал вот так, как надо. Кстати, и календарь я делал. Значит, видосы, что там был, и что в этот день происходит. И какие-то лунные сутки, все было расписано. Но кто смотрел? Кто смотрел? Ну и теперь лунные сутки отбросили, это там добавили, то там сделали и так далее. Оказывается, вы этого не смотрели, для вас это новинка. Вот когда у вас какие-то конкретные вопросы появятся по методике, скажи, я вот делал то-то, 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 что-то не получается. Ну вот как, например, было с Эдуардом. Совсем другое дело. А когда? Вот так вот, а где, а что, а как? Я не хочу быть нянькой, у меня своя собственная жизнь, у меня свои собственные увлечения. Мне сейчас интересно кое-что совсем другое делать. Получать совершенно иной опыт, а нежели не заниматься тем, что вот искать вам вот все эти вещи.